Доброе утро, товарищи. Всех отправили в школу. У меня язык заплетается, потому что я говорю, я так не выспалась. Мы очень поздно ложимся и очень рано встаем. И у нас не получается до сих пор лечь раньше спать. Представляете? И я сегодня, звонит будильник, и я думаю, господи, когда там это суббота, воскресенье? Просто хотя бы поспать на час дольше, не знаю, встать без будильника. Приехали сейчас в центр после садика, школы. Кириллу тут по делам надо. А потом поедем домой. Буду собираться на маникюр, потому что это уже, это просто у меня за месяц так отрастают ногти. Я не полтора там хожу, нет. Я хожу месяц ровно и даже... Ну, короче, у меня сильно-сильно отрастает. И я даже не могла ходить, какую-то неделю назад подпилила их сама по бокам. Вот. Ну что? Лабрит! Лабрит, доброе утро, друзья! Как дела? Ой, извините. Фу, дела хорошо. Дела все прекрасны. Дела идут. Дела под контролем, говорят. Да. Дела под контролем. Да. Дела на рассмотрении. Мы уже в самом начале были. В самом начале влога. В начале дня. В магазине. А в начале дня мы были где? Да я уже все рассказала. Все отвели, все в порядке. Сегодня пятница, развратница. А почему музыка играет? Мы что, Sorry. Хотим авторские права? Мы не хотим авторские права. Мы хотим много-много-много-много зарабатывать. Все, пока. Все. Я выхожу, я еду на маникюр. Сама не знаю, что буду делать. Но вы меня знаете. Ничего нового, наверное, все будет как обычно. Я по влогу отлично. Почему-то сегодня интернет работал великолепно. И влог уже с самого утра был на канале. Я уже все сделала, оформила, так что все выйдет вовремя. Эти стоянки так сложно место найти. Но я нашла в этот раз. Ура! Просто, ну, стало так себе, ладно. В срочном темпе, у меня 10 минут, я бегу к Марине на маникюр. Боже, я так рада. Я уже иду назад, никого, наверное, не удивлю. Все то же самое, что и в прошлом месяце. Но мне очень нравится, очень и очень. Все, мчу домой. И дальше мы... Подумаем, чем мы будем заниматься. Погода, кайф вообще. Зря взяла эту джинсовку. Тепло, хорошо, супер. Так это выглядит. Ну, короче, все то же самое, как было в прошлый раз. Приехали на танцы. Город на этой машине. Уже. Зайка, а, ты рюкзачок, ты сразу переоденешься там, да? После тренировки. После тренировки переодень то, что это, чтобы гулять пойти. Да? Что нет? Пойдем ближе туда, надо сделать косичку. Раздевалки, чтобы не в машине. Или ты хотела в машине переодеться? Давай тогда оставляй рюкзак. А зачем тебе он тогда? Тогда тебе только кроссы с собой и телефончик. А водичку она забыла. Полишка, водичку забыла. Вернись, пожалуйста, в машину. Так. Сегодня танцы. Потом мы едем дальше. Да. И ура, у нас выходные! Пятница. Да. Нужен? Готова? Скажи, я еще после вчерашней акробатики не отошла, да? А сегодня опять танцы. Полишка, тяжело или нормально? Нормально. А в понедельник что у нас? Еще танцы? Нет. Да. Футбол. Короче, каждый день у нас занят. Каждый день. Только выходные не занят. Ты рада? Скажи, я не рада, я Полина. Это шуточки кому за 30? Ты не понимаешь? Обязательно, какая косичка получилась. Да, супер. Давай. Я не упаду? Я надеюсь, что нет. Так, теперь мы приехали все-таки за зеркалом. Берем вот это. Вот это. Большое. Там написано размер? Да. Не вижу просто отсюда. Я тоже не вижу.
Что я тебе сказала? А вот здесь размеры, смотри, оно почти метр. Метр? Оно дома будет вообще большое, на всю стенку за. Ну да. Ну что? Что я тебе сказала, ты говоришь? Эники-беники, ели вареники. Я ему сказала, чувствуй, какое будет из них хорошее. Эники-беники, ели вареники. Ты должен интуицию был подключить. У тебя интуиция очень хорошая, ты чё? Всё? Да. И всё, и везём. Да? Мы для этого на Сиате поехали, если честно. Нет, сегодня. Надо курсу взять. А, еще надо, да? Подожди, а как мы его будем вести? Послушай, а как оно будет крепиться? Нам нужно что-то для этого купить? А, дюбеля? Мы едем, распакуем его. Я думаю, что... И что, и потом еще раз в магазин поедем? Все это есть дома. Ты же знаешь нас. Сегодня оно должно висеть. Да. Ну как вам? Мы уже очень давно его присмотрели. Именно это. Да. И именно без рамки. И именно большое. Вы знаете, да, где оно будет висеть? Там, где был телек раньше. Ты считаешь, это надежно? Это надежно. Ну, пока мы в магазине, это надежно. Пока мы не заплатили, можем гулять как угодно. Нам нужно сейчас на объект построить некоторые, слышь, рейки. Именно. Не очень, да? Ну, мы именно круглое же хотели. Да, круглое будет хорошо. Да. По фэншую. 43 евро, если я не сказала. Или если вы не увидели. Еще какие-то рейки ему надо. А для чего? А я дизайнером, мне за это заплатят? Чтобы стенка, получается, делится на три цвета. А если они вызывают дизайнера, то я пришлю расценки. Хорошо. А что? Я придумываю дизайн интерьера, а ты делаешь ремонт. Ребята, бизнес-план готов. Пишите. Ссылочка в описании. Поставь здесь. Куда ты? Что ты трогаешь? Речки. Хорошо. Ты их будешь красить? Да, я буду красить краской и стой. Супер. Сейчас придумаю. Но они должны быть тонкие ведь. И плоские, правильно? Это же не... А вот такие, видишь, есть, смотри. Не, это очень тонкие. Да. Ну вот, в смысле тонкие здесь или широкие, или узкие? Узкие. Так вот, шире есть. Ну посмотри. А это, я считаю, толсто будет, нет? Или наоборот, такие хотят? У тебя есть фотография? Ну все, зеркало у нас. Открыли, внутри посмотрели. Вроде целое. Okay. Очень хорошо. Дизайнер приехал. Я потом скину счет. Как оплатить? Сейчас дизайнер. Ты посмотри, как сделано. Посмотри, вот так вот. Подожди, как? Аккуратно. Как тут? Да, подожди. Вот так? Вот так? Так ты показал, смотри? Да. Да. Идеально. 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 Ты молодец. Да. Ну вот, смотри, что покрашено здесь. Вот реечки сюда. Три цвета. Только это все покрашено один раз. Ну, это видно, да. Нужно будет красить еще раз. Это видно. И речки потом клеятся, да? И красятся. Нет, поехали покрасить. А, сначала. Да. Я предлагаю их красить, которые цвета. Сейчас. Ну, пойдем опаздываем. Сейчас. Я хочу приложить кагу, чтобы я мог понять. Мог понять. Хорошо, что я взял три штуки. Это вот так вот будет. А тебе две надо в итоге? Да. А почему ты взял три тогда? Подожди. Там чуть-чуть не хватает, но по длине? Делать вместе. Ну как? Ну, вот с реечками прям вид завершенный. Да? Супер будет. Да, идеально. Из таких реечек вообще можно всю стену делать. Вот так вот будет. Короче, шикарно. Да, все, красиво. Едем. Приехали мы сейчас на площадочку, дети нам уже вчера сказали, хотим на площадку, и поэтому мы договорились, что в пятницу вечерком после садика, когда у Полиночки закончатся танцы, мы приедем на площадку. И
очень хорошая погода. Угу. Настюша уже одела джинсовочку, потому что уже вечерок, прохладно. О, резиночка у кого-то упала, дочь. Поля, как моя косичка, которую я сделал, не расплелась? Нет. Нет, да? Ну, осталось. Осталось, да? О, какая ты мокрая после танцев. Да, сюда мокрая и красная выходит. На лазилку мы сегодня на лазилку с сынулькой не пойдем. Мы приехали на площадочку. Стой, тебе. Ой. Давай. Полин, ты реально вся потная. Почти, да? Так хорошо. Народу мало. О, ветерок какой? Нет, два глухих. Я говорю, как хорошо, народу мало. Да, такой ветерок. А я буксанул. Ты буксанул. Смотрим, держись. Она тормозит обувью. Почему-то сам ломается, вот. Да, вот это аттракцион. Здесь вот тарзанка лучше. В Риге они такие медленные, а здесь все классно. Мак, ты что? Эй, вставай давай. Ты имеешь в виду вот такую на тросе в Риге? Да, она здесь быстрая, она такая медленная. Давай, Полин, ты носи. Тут откроется, наверное, в ближайшем будущем зона новая. И эта площадка будет на воде. Да. Вся, а ты Петросян. Ну да. Вот такая будет, смотрите, зона. Ну очень круто. У нас здесь нет площадки с трубой, да, так и горок? Да. А вот это вот вся наша площадка. По зонам тоже, видишь? По зонам все сделано. А это новая будет, да? Вот сверху. Ну вот она, да. Ну класс, класс. Прикольно. И еще одна это будет, смотри. Mm-hmm. И качели еще одни. Высокая будет. Будет самая мощная из всей этой. Ну, она будет высокая. Ты можешь так вот поднять телефон, кстати. Поснимаю и посмотрю дома. Сейчас, ребят, я не вижу, вы уже видите. Ага. Класс, я вижу. Классно. Алина, это не слишком высоко? Ну слушай, ну это же опасно. Почему? Если она будет падать, то она там на заднике запутается и не упадет. Ну, Полина, не нервируй тревожную мать. Слезай давай. Ты можешь сесть туда? Полина. Я говорю, не нервируйте тревожную мать. Нам нужно вот такой стол сделать. Значит. Да, мы, кстати, уже давно хотим. Настольный теннис или какой-нибудь ноус, нет, тоже. Можно, кстати, купить две ракетки, мячики с тобой здесь играть, а мелкие здесь будут прыгать, бегать. Умеешь? Можно, спасибо. Да, конечно, умею. Нет, не умею. Умею. Да, я тоже умею. Я вообще в школе был профессионал. Я все детство играла в теннис во дворе с девчонками, ну, на самом деле. Какой теннис, да? Ну, это то же самое, только микро. Микро? Да, а есть же складные, помнишь, как да, у Ильи есть здесь складной столик, и вот. Подумать надо. Был очень классный вопрос. Про где я вдохновляюсь, где мы вдохновляемся. Вот, наверное, читали в комментариях, может быть, какой наш дом или интерьер мечты и так далее. Тебе что ответить? Про что? Комментарий сегодня, помнишь, был, где мы вдохновляемся, какой у нас, может быть, дом или интерьер мечты. Что такое? Да, иди. Ну, пойдем. Сейчас мы идем. Да. Тебе что ответить на этот вопрос? Ты уже, мне кажется, уже все ответила. Я только включила камеру. А, да? Да. Что солнце, думаю, как все лучше. Тебе что ответить? Можно прочитать еще раз? Все эти гуляют. Я просто с мелкими занимаюсь, иди, бегаю, иди, прыгаю. Я отвечу. Где вдохновляемся? Часто... Друг другом вдохновляемся. Ну, во-первых, у нас есть свой вкус. Он может, кстати, и меняться, как вы видите, да? Сейчас вот раньше был такой, сейчас он такой, а дальше он будет другой, но это 100%. Просто пристрелите меня, если я скажу, что все, этот интерьер до конца наших дней, до пенсии. Или там вкус вот такой, все, мне нравится только так и никак иначе. Каждый год мы так говорим, наверное, да? Потом опять меняются вкусы.
Нам двоим очень нравится, когда дома спокойные оттенки. То есть прям такие вот, как сейчас. Как сейчас, это идеально для нас. Очень нравится. Ну, мне кухня, конечно же, не нравится. Несмотря на то, что мы недавно сделали и там, как сказать, реставрацию старья. Я не могу сказать. Что такое, Полин? Ты резинку потеряла? Да. Ну, пойди поищи. Что искать? Резиночку. Пройди просто там, где ты была только что. Ну, залезь, но она бы там не была. Ее там нет. Вот, что я говорила. Любим спокойные оттенки, в общем. У нас есть свой вкус. Я иногда... люблю посмотреть Pinterest. Но Pinterest я люблю смотреть не просто бездумно, а если я что-то ищу, и мне нравится. У меня часто в ТикТоке попадаются, у кого что, у кого какой-то бред, да, попадается, а у меня попадаются, ну, по интересам, естественно, работают алгоритмы. У меня попадаются очень много интерьерных видео, потому что я их смотрю, мне очень нравится, я прям вдохновляюсь. Это могут быть, ну, не какие-то блогеры, это просто люди снимают эстетичные видео какие-то, и мне нравится очень такие посмотреть, я прям вдохновляюсь. Что еще? Интерьер мечты. Да я не знаю, сегодня так, завтра так. Сегодня нам очень нравится, как у нас сейчас. Ну вот прям очень нравится. Вот прям идеально. Кроме кухни и ванны. Я тебе помогу сейчас поискать. Ванну мы уже тоже придумали. На данный момент ремонт нашей мечты. И мы его, я думаю, сделаем в ближайшем времени. Посмотри в рукавах, может быть. Посмотри в рукавах. Ваня. Что еще вам сказать? Кухню я тоже хочу определенную, но я еще думаю, я не могу определиться, как я точно хочу. Мы хотим как бы стенку снести и, в общем, не понимаем, как это сделать. Как-то так, наверное, вам ответила. То есть сейчас с каждой деталькой в доме мы стараемся все приблизить к нашему вкусу. И у нас получается. Нашла. Мою любимую. Ты нашел? Да. Она ее так искала. Не проблема же резинка. Покажи. Это ее любимая. В клеточку такая. Да. Милота такая. Поехали кушать, нет? Поехали. Поехали кушать с нами. Теперь дотронься до буквы О. Теперь дотронься до буквы И. Это этот очень тонкий момент, как выучить буквы латышские. Дотронься до буквы Т. Теперь дотронься до буквы Р. Теперь дотронься до буквы К. Молодец. Молодец. А ты это педагог в душе? Да, я, кстати, я буду. Что ты говоришь? Я был бы хороший педагог. Я был бы строгий и самый любимый. Душка школы. Кстати, сейчас в школах не хватает. Может, тебе это? Нет. Да. Только не педагог. А что, а хороших нехватка? Я от учителя по спорту, может быть, кстати, они у меня были бы все спортсмены. Потому что сейчас говорят, что молодежь очень хилая. Раньше молодежь была намного крепче. Ну давай! Намного тебя... крепче, намного спортивнее. Нет, у тебя очень много свободного времени. Тебе будет подошло, пап. Совмещать, да. Подошло, да? У меня будешь вести спорт. Я представила все твои три отрасли. Чего? Все твои три-четыре отрасли. Разные. Ну, смешно же. Не, ну прикольно. Добрый вечер. Мы отмечаем, что выходные. Да? Да, да, да. Выходные. У меня теплый салат. У меня теплый. У меня горячий бульдог. У тебя горячая картошка. Поздравляю. Пятница. Ура. В общем, оставили пацанов в спортивном зале. Они будут заниматься, а мы с Полей домой. И так как они без машины, я через часик поеду их забирать. Прикольно. Мы кушали, и он такой говорит, в зал что-то хочу. Макс, я тоже. А мы едем домой. Господи, все перерыто, перекопано. Мальчиками уже назад, даже стемнело, и с Полиной мы
возле моря. Но не успела включить камеру, на мосту ехали, там так было красиво. Закат безумно красивый, да? И вчера был розовый. Наших мужиков. Я думаю, мне надо забежать в магазин, потому что завтра, боюсь, не успеем. Нет, но если надо, успеем, конечно. Нужно купить кое-что на завтра еще. Как вы позанимались? Ты их снимала, да? Герои. Я сказала, что вы едете. Поехали в зал. Да, я видела. Макс вообще. Захотелось у меня штангу поднять. Подожди-ка. Но. Нет. Ну ничего. Максимка сегодня захотел подтягиваться, захотел сегодня штангу поднять, захотел сегодня пресс покачать. И очень много бегал на этих самых беговых дорожках. Он даже сегодня сел за телефоном, папа присел телефон, посидел там минут две, привык папа на телефон. И в основном он занимался в зале, да? Да. Не, ну класс. Мужик растет. Мальчик растет. Отставить сопли. Все, идем в Риме, нам нужно кое-что найти. А если не будет? Ну завтра будем в другом магазине смотреть. Должно быть. У тебя все должно быть. Да. Короче, на завтра, на завтрашние суши мы купили лосося копченого. Так что завтра будут офигительные вкусные суши. А сейчас мы едем домой. Потому что уже темень. Уже опасно находиться на улице. И поэтому быстренько домой, Анастасия. Что? Опасно, говорю. Вкус. Ты очень близко была к камере. Так, ну что? О, да, вот. Она не легкая, выше, ниже. Сейчас посмотрю. Мечтали? Ну как? Не мечтали, а, допустим, нет, ну вот такое. Сюда мы придумали именно так. Шикардос. Не буду ближе подходить, я без штанов. Оно здесь очень подходит? Да. Шикарно. Полина уже в нем снимает видосики. Кстати, Занька, это зеркало даже может украситься. Майка. Просто это расширило эту зону визуально. Полишка, можешь отойти, Зайка? Доченька, отойди, пожалуйста. И как-то воздуха еще больше, да, стало? Я уверена, если только кто-то в зеркало не заглянет с той стороны, через влог. Макс, вкусно? Поля, не знаешь уже, где снимать. Все, ребят, мы балдеем. На сегодня мы будем заканчивать влог. Мы счастливы, мы рады. Можете порадоваться за нас. Спасибо вам, что у нас есть. Подписываемся, ставим пальчик вверх и свалим в комментарии. Давайте. А так.